Вы знаете, ну как бы мы рассматривали все площадки Киева, когда искали место для проведения нашей это премьеры. Мы не отбрасывали ни одну. У нас там на самом деле, вы, может быть, знаете, не так много больших площадок в городе. В итоге, по соотношению цена, качество, даты, когда доступен господин посол, когда могу я, когда это может Мариан, в итоге вот все карты легли так, что это будет театр имени Ивана Франко. Кроме всего прочего, в этом есть некая символичность, потому что 12 лет тому назад, когда был создан театр «Киев Модерн Балет», все наши премьеры мы показывали на сцене театра Ивана Франко. Тогда совершенно просто частный театр, который был поддержан в свое время меценатом Владимиром Филипповым. Вот, все премьеры, все первые спектакли, они все были показаны на этой сцене. Так что сцена родная, родная по духу, очень комфортная для танца, очень с хорошим техническим оснащением. На первую часть вопроса я ответил. Что касается технических райдеров и гастролей, сложная, может быть, не очень интересная для широкой публики тема, не очень интересный вопрос, но, конечно же, не любой спектакль можно показать на любой сцене. И когда мы принимаем решение о том, показываем мы или нет этот спектакль в том или ином театре, всегда идет соотношение качества и желания показать. То есть можно пойти на какие-то уступки по качеству немного, но если эти уступки становятся критичными, то мы не можем показывать на той или иной этой площадке. Это будет сложный технический проект, и мы надеемся, что и жители Херсона, и Николаева, и Одессы, и Европы, они будут видеть этот спектакль в полном объеме, в полной его красе.